is unfortunate. Something's cut off the final part of the data package. There should be a great big antenna at the outpost. Climb up to it and see if you can get it to cooperate with Sid. Coax out our missing bytes? Так, что у него там не получилось, я не понял. Так, где это у нас? Так, сейчас найдем. Где-то отголоски прошлого. А, здесь же у него не получилось. Пойдем посмотрим тогда. Так, в прошлой серии мы передавали данные там по антеннам одному чуваку. Какому-то чуваку. Вот, и у него что-то там не получилось, видимо. Я защищался, отбивался там от всех. Полетели. Ох ты ее. Так, и опять он просит. Опять он просит, попрошайничает. Вот они, два чемодана этих. Ракушка, вижу ракушку. Так, полные стрючки у меня. Полные стрючки. Так, а здесь что у меня полно? Давай-ка мы тут зарядимся. Вот так сделаем. А то у него там полные стрючки. Туда-сюда. Теперь возьмем? Не возьмем. Ух ты, это какие-то другие, что ли, стрючки. И давай посмотрим, что там у нас горит. Что-то там у нас электрички горят. Может, что-то ценное будет. Или не горят. А, это кокосины. Так, какой кокосик? Исключительный, отлично. Исключительно собираем все, что не приколочено. Все, что не приколочено, все собираем исключительное. Исключительное нам все пригодится. Да, до сюжета тяжело очень добраться, потому что очень много побочных заданий, очень много действий. На самом-то деле очень много, но я-то особо и не тороплюсь, стараюсь все проходить. Так, вон там ярко пылает. Так, по аптечке что у нас? Аптечка полная. Так, еще чем где-нибудь пылает? Не вижу. Вот сундуки, которые мы будем защищать сейчас. Так, электрички не пылают. Так, эти сундуки. Так, их опять запускать надо будет или... Или он сказал про антенну, значит вот на антенне. Хорошо, пойдем на антенну тогда. А ракетница появилась? Блин, ракетница есть, отлично. Ракетница есть, уже хорошо. Не потеряю я ее. Не теряю. Если интересно, вот как раз в прошлой серии мы вот как раз вот занимались этим заданием. Я, конечно, пытался другим заданием заниматься, но как-то не сошлось, у меня не срослось. И получилось, что занимались мы этим. Так, а куда мы допрыгнем? Что она мне дает, эта подушка? Так, как мне наверх допрыгнуть? Нам надо туда наверх.
Ну, на трубы ладно. А дальше что? Блин. Так, где вход наверх? Давай искать вход. Нормальный О, блин. Вот здесь, наверное, будет вход. Убрать ракетницу нельзя. Так, а задание что у нас, как получается, называется? Отголоски прошлого. Так, Александру данные гидроэкстрактора нефти Альфа. Вот так вот. Прям вот так вот. Так, на это мы запрыгнем куда? Да ё-моё. Как-то я уже заходил сюда без проблем-то, а? В чём проблема-то? Теперь-то стали. Как я сюда подымался? Вот у нас антенна, да? Которая ему нужна. Блин, сейчас потеряю. Ракетницу. Нет, тут осталось, ладно. Так, ух ты, лабиринт. Так. Так. Yes, the data came through. The RDA put up quite a fight. And just to protect a couple of relays. You know, there might be more to this than I thought. This data, the data from the relay, it's so much more than I was expecting. It's a complete mess, certainly. But I see inventory counts, transfer papers, crew manifests. I'm not sure what I can do with all of this, but it's bound to be useful somehow. Your hunch was a good one. We might have to make a habit of this. Do keep an ear out for the radios at the labs, hmm? I'll call when I find more relays for you to hack. И все. Я думал, опять бой будет. Ну, ё-моё. Я думал, бой будет опять. Вон там что-то красное сияет. Пошли посмотрим. А. Так, это у нас огнеягоду дает. Пойдем попробуем забрать. Ты чё, блин, я тебе подерусь, блин. Ага, а как? А, здесь она? О, вот она, огнеягода. Как её сковырнуть ещё, блин? Да всковырнись так как-нибудь, а. Не, она или вниз, или наверх. Наверное, вниз, но не получается. Да блин, ты достала, алло. Так, аккуратнее потяните. Вот как, у меня зарисовки-то нету. Мне же не видно, куда. Как мне понимать?
Да и она мать, а. Но она вниз должна, я не знаю, почему не идет. Огнеягода. Да в жопу тебя достала. Огнеягода. Так, куда мы-то отправимся? Куда мы отправимся тогда? Забрать вот эти точки, тогда открыть эту базу. И пойти разбить вот эту. А так и сделаем, да? Так, ты что, голодный у нас, что ли? На, поешь. Игра тормозит, блин, вообще. Говорят, что на компьютере лучше она. Я не знаю, я не проверял. Так, что здесь у нас где? Вот, вижу. Что тут есть у вас вкусного? Нету. Ну и ладно, нет, так нет. Так, дальше у нас где-то что-то рядом еще место было какое-то. Блин, зарисовка памяти, ё-моё. Я не хочу ее рисовать. О, вот она. Я могу, если быстро полавить, попробовать, получится, так получится, не получится. И нафиг ее. Такая дичь. С этими зарисовками. Полная дичь. Давай попробуем по-быстрому. Не, блин, я даже пробовать не буду, нафиг. Это лабуду. Так. Ягненок, убегай. Так, и тут деревня у нас, поселение. Так, ты где? Иди сюда. Глючная игра. Просто глючная игра. Так, нычки вижу. Не рычи, женщина. Не рычи. Так, что ты лазовик хочешь, да? Много хочешь, мало получишь.
Так, важных фигур тут нету. Разговаривать тут не с кем. И не о чем. Так, ты где, орленок? Так, куда мы с тобой дальше полетим? Так. Вот эту базу отхватим. Давай отхватим. Здесь база. Тут вроде деревня. Тут колонка. Водокачка. Давай эту разрушим заодно. Орешь-то? Че орать-то? Какая сложная. И валим отсюда, валим. И свалили. О, деревня. Вижу деревню еще. Тихо-тихо, чтоб еще обломками не завалило. Деревень-то много здесь получается очень. Я вам скажу, ребятки. Она не наверху? Не. Вон она тут. Каменистое убежище. Блин, хоть бы кто что дельное предложил бы. Скорлупник. У меня есть скорлупник? У меня нет скорлупника. Так, заданий никто не дает. Че там ругаешься? Тетя, кто тебя обижает? Не рычи. Так, вот мы что-то нашли. Давай-ка вверх. Вот там, да? Так, есть хочешь? Вон, давай, иди ешь. Поел? Так, что здесь ценного? Шляпа дешевая. Хорошая, нехорошая. Блин, это корзина тут, ё-моё. Корзина-то мне нафиг не нужна, блин. Ихняя корзина мне не нужна. Ну, заберем, чтобы не светилось тогда.
Я не понимаю, он эти ест, не ест? Потому что у него вроде сытость не появляется. Челюсти щелкают. Но наедает, ест он их или нет, неизвестно. Но челюсти он щелкает. Так, все, давай, полетели сюда. Хватит ерундой заниматься. Давай, погнали, родная. Вон эти платформы летают. Но нам не по пути, ладно. Будем считать не по пути. Ладно, вот это по пути. А я не понял, она не работает, что ли? А она не работает. Или не прогрузилась, или не работает, или фиг знает. Она не работает. Ё-моё. Так, ладно, что у нас там? У нас там мертвые земли. У нас тут мертвые земли. Где-то там насосная станция стоит. Ружье у меня потерялось. It's another one of those VSMs. Шустрый какой. Понял, я понял свою ошибку. Нифига, он кругами меня уже обижал, раненый. Здорово, чувак, здорово. Еще раз, здорово. Пока. Вы че, дармоеда, а? Ты че, блин? А мне вроде на вопрос стоит уничтожить и все, да? И они бы все сами пропали бы.
И выстрелить в эту, да? Куда? А, он туда, ту отключить еще. Отключить, а потом выстрелить. Так, теперь где-то должен быть бак открыться какой-то. Вот он. И все. И сейчас овечки поедут на свежее пастбище. Так, ладно, уничтожили. Собрать, что тут гости забыли. Так, тут полный у нас. Тут-то что у нас? Аптечка полная. Там наверху что-то. А я не оттуда только пришел. Фига там мочило какое-то идет. Он со зверями воюет, походу. Так, где это? Вон там два гаврика. Ух ты, не пробил. Я-то рассчитывал пробить. Что-то у меня эти не очень пробивают стрелы. Я думал, стрелы получше. Чего ты, в плечо попал, что ли? Да нифига ты, дядя монстр, блин. Мощнее обычного. Так, кто там, блин, пуляется? Все, кончились. Так, чего тут прятали? Зверя взяли, убили. Просто зверей убивали и все. Дробовик. Ну-ка, давай посмотрим. Что за дробовик? Так. Блин, нормально. Только урон по фауне, конечно. Не айс, но нормально. Все же лучше, чем мой. Магазины бы еще побольше, а то магазины маленькие у них. Так, это мы освободили. Правильно, правильно. Так, давай, ну мы сюда пойдем, посмотрим, что там за деревня. Ну, подожди, стоп. Пойдем сюда. Но сначала сюда. Что, может там озеленение, может что появится новенькое. Так, появилось что? Вроде ничего не появилось. Ну, пойдем туда. Все, ничего не появилось. Пойдем в деревню сходим.
Посмотрим, что с деревни там. Блин. Здоровье испортил свое. Так, пожрать надо опять что-то. О, там уже песни поют. В деревне. Потом собираем тут пожертвования, блядь. С чемоданом ходи. Раздавай. Мясная похлебка Релуна. Ё-моё. Капец, вы фантазеры. Интереснее не придумать ничего было. Мясная похлебка. Так, полная. Did you hear what Atua said? Do you have no other clothes? Так, куда дальше смотрим? От задания мы уже отбились давным-давно. Давай вот эту посмотрим, что здесь у нас. А от задания мы уже что-то давным-давно отбились уже. Вон какая красивая планета прорисована. База. Отлично. Это база. Так, 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 где? Все. Все замечательно. Так, работаем дальше. Так, звонок уже, да? Не, не звонка. А, звонок. I'm here. Wonderful. It's Alexander. Опять нашел что-то. Remember the data you hacked for us? Well, something a tiny bit complicated has turned up. Look, I'm not sure if it's a good idea, but. Hey, it's Anka. No, Alexander, all due respect, but shut up. Anka, what's going on? This thing's personal now. In that data you pulled were some pretty detailed crew records. That's why they fought so hard for those relays. One of the names in there was very familiar. I need you to do another hack to pull his original employee file. I just have to know it's really him, and not some weird coincidence. Just tell me where to go. There. Another abandoned outpost. Allegedly his first deployment. So a copy of his original records should still be in the local database. Так, ну пойдем туда. Вторая часть — отголоски. Отголоски прошлого. Пойдем посмотрим, что там такое. Так, что у меня по еде? По еде, 30, минус 30 урона. Нормально. Так, где это у нас есть такое? Так, базу мы забрали. Так, все хорошо. А само за... Подожди. Ага. Это нам сюда. Пойдем. Надеюсь, там не будет третья, четвертая, пятая часть этого задания. А то на самом деле одно и то же надоест. I'm closing in on the outpost. Okay. It's just like before. Power up the relays and get hacking. One will do, but two will get us the answers faster. And remember, the RDA won't just watch it happen. Короче, RDA будет
атаковать, а я буду отбивать. Так, блин, два сундука, они в разных сторонах. Два сундука в разных сторонах. Пройдут. Вот и что за цветочек. Цветочек аленький. Так, тут шакалы еще бегают. Вот они тут вообще не в тему. Так, одна, получается, один ящик там. А второй ящик, второй там. Посмотрим, где ящики, посмотрим, где ракетница у нас. Так, у этого у меня хватает. Хорошо. А где ящик-то? Вот ящик. Инвентарь полон. Но это же не оружейка. Че, полон-то? Так, где запитка у нас? Ты что там сыпишь? Так, корешки. Now to reroute the power. Что-то рядом с корешками у нас что-то хорошее росло. Так, давай вернемся. Так. Так, еще надо будет найти где-то ящик с ракетницей. Мне кажется, он должен быть. Его не может не быть. Так, туда у нас еще не идет. А. Так, видимо, еще что-то надо включить. Так, на два ящика пошло. Поглядим. Так, хорошо, этот работает. Этот работает. А второй? Я попробую два запустить. Так, кто где? Давай вылазь. Примерно так. Так, ты куда ушел? Иди сюда. Блин, свалили паразит. Вот он, да, второй. Он тоже уже подключен, получается. Вот, мы его тоже можем. Так, ракетница где? Палки вижу.
Ракетниц я не вижу. Там еще, конечно, есть сундуки. Сейчас посмотрим. Может, есть ракетницы. Сэкономим немало боеприпасов. Нету. К сожалению, нету. К сожалению. Ладно, будем воевать, что. Так. Так, давай, быстрее. Так, давай-ка мы еду на защиту съедим. На 25 минут нам как раз хватит. Нормас, готово. Погнали. Бля, у меня что там такое-то? Бля, не те гранаты кидают. Так, кто где летит? А они что там взломали что-то? Чего? Собака, отойди, мешаешься. Привет, ребятки. Собака, отвали ты, ох. Иди домой. Куда улетите, откуда? А этот где? Куда ты? Блин. Нафиг я гранату в него кинул. Нафига я гранату кинул. Да. Че он там замок ставит такой? Че он там ставит такой, я не понял.
Wait. Some serious data corruption here. Alex said you should check the antenna again, if that makes any sense. Вот достали своими антеннами, блин. Так, где эта антенна? Не можете нифига наладить работу. Я не помню, мы закончили, не? Я не понял. Так, покиньте. Покинуть. Давай покинем. Так, что у меня там полное, что не полное? Бля, у меня запчастей столько много. Покинул, и чё, я же ушел. Но. Фух. Так. Покиньте газовый концентратор Альфа. Но. Я уже далеко ушел. I can't believe it. It's really him. Фарид. Фарид бен Салем, my cousin. He looks just the same. His... Oh. Oh no. What is it? His next of kin are listed here. His father. Sisters. Deceased. All of them. Oh, Фарид. I'm so sorry. Anka, you were literally 4.37 light years away. Please tell me you weren't thinking of staging some kind of rescue. Why not? Because he's a grown man now, Anka. He signed up with the RDA. He's one of them. You were one of them. I was one of them. But we saw what was happening here and... I'll call you back. Okay, I think we can talk again. You were one of them. I was one of them, but we saw what was happening here and chose another way. Let me give him that choice. I don't think I could stop you if I tried. Hey, you still there? I'm here. I'll call you once I found a way to contact Фарид and have something resembling a plan. Так, выполнили, да? Хорошо. Отголоски прошлого, часть третья. Вы видали? Сколько там будет частей теперь? Так, и что они захотят теперь? Целое следствие провести? Так, у меня, кстати, вот еще деревни и база не открытые. А вот здесь в тумане это интересно, закрытое или просто еще не открытое? Блин, здесь еще полно всего. Ё-моё. Это самое начало. Это все самое начало. Так, давай посмотрим, что они хотят дальше. 14 уровень им нужен. Осмотрите больше объектов РДА, чтобы получить доступ к дополнительным передатчикам. То есть надо еще искать другие, да? На карте они есть? На карте их нету. На карте их нету. Так, давайте сюда. Так, можем переместиться? Не можем.
Газовый концентратор Чарли. А, так, а почему не могу переместиться туда? Интересно. Или она не отбита, или чего? Поехали. Посмотрим, что тут такое. Да, тут долго можно играть, конечно. Не, но это хорошо, конечно. Так, вы тут что хотите? Блин, где вас? Он у вас там носорог бегает. Страшный. Пойти убить его. Так, тут луп хотят. Луп хороший. Прям хороший луп хотят. Так, корзина полная. Пойдем-ка попробуем, посмотрим. Этого, где он тут? А он уже убежал куда-то. Он туда куда-то убежал. Пойдемте, сходим следом. Тихо. Do not discount your abilities. Или он наоборот в обратную сторону шел. То он рычит. Опа, с одного маха. Но это не тот, не носорог, это бык. Thank you for these gifts. Так, а я хочу носорога. Вот он. Ох ты, ничего себе. Вот это я мощный парень. Фига он там бамбук обожрал. Thank you for these gifts. Там еще кто-то рычит. Отличное, 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 отличное. Замечательно. А там кто? Там бычок, чахленький. Нам бычки не нужны, чахлые. Так, что у нас еще здесь? Так, деревню мы открыли. Вот эту надо посмотреть тогда. Крити сюда, что там? Блин, а. Вот реально, как плотва у ведьмака, а. Все, в дерево уперлось, вот. Летает там. Да ты с ума сошла, что ли? Птица, блин. Дурная птица. You should seek shelter. The rain is fierce. Так, ветку подарили мне. А, кстати, а чё удивляюсь по мощности? У меня же еще нараставший. Так, а что это такое? О, добывающий остаться. У меня ведь еще оставшая, наверное, мощь от еды. Добывающая станция. Так, хорошо.
хорошо зашел я. Удачненько. Так. Так, теперь вот до этой дойти. Получается, ее по ходу игры, видимо, освободили базу, а занять не заняли. Освободить освободили, занять не заняли. И там, наверное, моя база будет уже. Давай кокосину заберем. Просто так. Чтобы было. И заберем эту базу нашу. Так, а с той стороны не надо, что? Так, никто не звонит, никто не пишет. 18% только освобождено, ё-моё. Или это показывает вообще за всю историю? Может быть, на всю карту распространяется вот это заражение. Быстрее всего. Ну что ж, продолжим потом в следующей серии дальше. Третью часть этой истории.